Questo tuo allenamento, amico. Non che solo camminiamo come. Доброе утро всем. Сегодня утро с Иваном Высоцким. У нас тренировка в парке. Вот такой наш парк. Мы сейчас его покажем. У нас сегодня тренировка джиу-джитсу, партер и самбо. Подготовка к соревнованиям. Как бы они ни прошли, подготовка идет. У нас сегодня целый час. Ну а сейчас, вы не поверите, я хочу поделиться с вами старым методом. Как лечить ноги, ступни. Когда-то, когда я служил, это было много лет назад, нам сказали, что если у кого-то есть проблемы со ступнями, вы можете походить босиком по росе. Вот, мы находимся в Корве, Италия, ходим босиком по росе. И это лечит не только душу, не только ступни, но и душу. Вот, этот метод мы включили в свою тренировку. То есть мы ходим по мокрой росе, собираем все, что есть здорового, собралось за ночь в природе, впитываем в свое тело, в свой организм. Всем приятного дня и хорошего утра. Ходите, люди, по росе, роса лечит душу. Доброе утро, Аленка. Ходим по росе. У меня друг итальянец, я учу его, как лечатся стопы в Молдавии. И это часть нашей утренней закалки и тренировки. Для того, чтобы с флешки снять информацию на компьютер, люди подсоединяют флешку. Для того, чтобы взять у природы здоровье, люди ходят босиком по росе. Мы подсоединяемся к природе. А так как здесь по-настоящему открытая природа, рядом нет никаких производств, нет никаких фабрик, нет ничего. Чистая экология. Рядом река буквально вот здесь, внизу. Чистая горная медуна. Мы заряжаемся энергией. Ну а сейчас мы будем собирать татами для того, чтобы побороться. У нас тут есть местечко наше. Хоп. Поехали. Let's begin. Хита гранда, Элджи. Си. Аванти. Па-па-па-пара-па-пара. Та-пара-па-пара. Ho messo anch'io numeri. Ah? Ho messo anch'io numeri. Sì, super. Aspetta, fai un quadrato. E poi uniamo. Sì. Poi vediamo cosa esce. 15, 16. 13, 14. Что может быть лучше? Иметь свободу, здоровье, выйти своими ногами утром, пройтись по росе. Что может быть лучше для русской души, для молдавской, чем утром пройтись по росе? Ничего. Ничего не может быть лучше. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Да? Нам с тобою дороги дороги. Так, четыре. Так, так. Che umido per terra, non succede niente. Niente. Три, четыре. Ты сюда.
счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом, мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись с другим. Так. В мире, где ветрам покоя нет, где бывает облачным рассвет, где подолгу добрую ждем порой мы весть, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому из нас, нас. Очень страх. Нужно каждому знать, что счастье есть, есть, есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом, мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись. Инно национале? Но. Счастьем поделись с другим. Già sentita? Да? Sì. No. Sì. Tira, prego, un pochettino di là. Come facciamo? Tira, tira. Adesso facciamo. Opa. Mi sembra che tu è più grande, no? No, no. Кто-то утром идет в офис, кто-то утром идет на работу, а моя работа – это тренер по фитнесу. Allora. Ci vediamo. Certo. Tira. A mia работа это тренер по фитнесу. Cosa vediamo qui? Abbiamo fatto riunione Russia con Italia. Eh? Da? Ah. Da? Опа, aspetta. Вот так сегодня выглядит объединенно-русско-итальянский татами. Ну что ж, я очень рад. Сейчас начнется наша тренировка. Ну а всем пока и удачного дня, господа. Лечите ноги по росе. Мы уже походили. Николай, привет. Мой однополчанин-сослуживец. Сегодня лечили ноги росой, как в академии, если помнишь. Всем пока, удачи, спасибо за просмотр. Целую, обнимаю всех.